Че на меня выпало так много этих QTE-шек? Нам нужна крышка трамблера. Здесь подвох, какие-то галлюциногены они все приняли. Давайте один кто-то не залезет еще, да? А сам а че? Блин, короче, он сейчас их убьет. Бесстрашного и смелого времени суток вам, господа ребятня. Доброго-доброго дня, дорогие подписчики и их друзья. Смелость нам пригодится. В каждой серии все дальше, все интересней. И они все сходят с ума, а я сам уже скоро сойду с ума. Если ты продолжишь, не нажмешь. Я ждал конца твоего диалога самим с собой. Да, это был монолог. Короче, так, от него надо убежать. Бежим! А, от ножек. От ножички бежим, да? Все, я понял. Ты вот бежишь. Я тебе говорю, ты нож взял, и он тебе плохую службу сыграл. Нормально, пока убегаю, значит, это есть шанс убежать. Пока неплохо. И тем более не я бегу. Ты что, меня больше не любишь? А что это стоит-то короче, просто? У нее глюканы, что это ее боль. Блин, ну, жми, пожалуйста, жми, пожалуйста. Тихо, я тебя все, прошу. Давай я сконцентрируюсь, а то... Че на меня выпало так много этих QTE-шек? Ну а как? Ты просто активный парень. Два персонажа, значит больше активности. Так ты подожди, сейчас следующий ты будешь. Не-не-не. Он типа даже заточил ножик. Бежать. Но. О, ну все, она перекрыла дорогу, все. Вот дурак. Интересно, конечно, все тут происходит. Ага, еле-еле перелезает. Ну бред же. А сам а че? Почему ты ничего не делаешь? Какой здесь подвох, какие-то галлюциногены они все приняли. Блин, это очень сложно. Ты мне не рассказывай. Ты показывай. О! Что происходит? Джо, как жизнь? Уйди с дороги! Тихо, что-нибудь воткнет же, ну! А, вот нож. Это был этот. Не воткнул. Да, да, мы спасли. О, видишь, блин, не воткнул. Была эта ситуация. Да, там он воткнул, а тут не воткнул. Бываю а это свой, поди. Это братишка, поди. Какой нет? Братишка? Не, братишка ну, по-другому одет. Это Олсен. Ну, мало ли. Нам осталось это, найти братишку и катушку зажигать. Братишка сдох. Ну, в смысле, правда умер? Я не знаю, да? Мне а кажется. Что ты говоришь, что не знаешь? Говоришь, что сдох? Не, ну, показали же, сделали акцент, как я обещал, что он в крови весь. Это типа акцент? Ну, а там не думаю, непонятно да. Было. Я сам его убил. Сойдет, наверное. Так, ну смотри, они все выбрались, но они все они вроде же, наверное, на палубе были наверху. Сказать, они, наверное, должны сказать, что типа братишка. Ну, о, все, привет. Вот и братишка, вчетвером они. Сейчас нам этот рассказчик и скажет. К миру. Так, ну, давай. Неужели я так просто его убил? Я думал, что он глюк. Ай-яй-яй. Вот одним меньше. Вот, видишь? Ну ё-моё. Короче, либо надо было... Она просто дверь закрыла. Оказывается, он же в другом месте был. Ты же прыгал там. Ну я же поэтому подумал, что это глюк. Вам уже ясно, что происходит? О, вам уже ясно, что происходит? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников. Не знаю пока, что происходит. Надеюсь. Узнаете. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Ну да, все сдохли. Той ночью было много смертей. Позвольте подсказку. Вам. О! Дать подсказку. Давай. Не хочу спойлеров. Давай. Любопытство. Ну, рассказывай, не тяни. Как бы сказать... Здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже может что, быть пропаганда? К политике, политики. Менее потусторонние. Понял, все проще. Может, уже кое... Я же говорю, что это не мистика. Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Ах ты какой фокусник. Ну, в итоге никакая комбинация так себе вообще рукава. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий?
А что ты бедолагами их называешь? За дело. Скоро поговорим. Поговорим. Продолжается разговор. Твоя очередь. Ну, я, смотри, вообще топовый чувак. О! Ты бегаешь. Та-та-та, дальнобойщик. Вот это, кстати, он знает лучше всех. Кстати, это вот прям, ну, нам подходит по жизни. Не в игре, а по жизни. Ну, хорошо. Подтвердить тогда нажми. Я нажал, у тебя просто пинг высокий. Пинг-пан. Джулия, открытая палуба. Ты не видел, брат? А Флис его оставил умирать. А это ты должен отвечать. Че бы ответил ты? Говори. Ну! Какая ты церемония? Понятно. Получилось, я промолчал? Потому да? что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться. Нет никакого зла. И постараться мыслить трезво, ладно? Ладно. То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал... Перебил же. Не так уж и безумно. Я что-то видел. Какую-то старуху, полоумную, ровесницу динозавров. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Они интереснее, скажи же, общаются, чем мы. Я бы тебя не видел. Тихо, тихо. Ты ведь знаешь. Я слушаю. Я знаю, просто... Так, погодите, окей? Этот корабль не просто жуткий, а какой-то совсем уж жуткий. Нам нужна крышка трамблера. Да, у нас 2-2 получается. Что мы знаем наверняка? В чем уверены? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, типа, корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Тихо, ты не надо, не нагонять. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Вот, видишь, если бы не нашли, они бы сейчас эти аргументы не говорили. Ну да, давай. Выбирай что-нибудь, или ты молчать будешь. Что произошло на самом деле? Этот корабль – сплошная загадка. Газета была от 47-го года. Корабль попал в какой-то страшный шторм. Об этом есть подробная запись в судовом журнале. А, они, короче, сейчас друг другу накидывают информейшн, да? Да. Блин, ну давай, может, все-таки золото найдем? Где золото? Всякая жуть. Я хотел сказать, что я тут постоянно как на измене. Вопрос, ну, что да. же такое маньчжурское золото в итоге? Или в голове сказал. Реально ли это золото? Да опять золото. Да блин, я тебе говорю, где золото? Видели золото? Что-нибудь? Я начинаю думать, что никакого золота тут и не было. Ясно. Это ничего не объясняет. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крыши трамблер нужен. Мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то 47-го года. Да не нужно. Фига там пушки, смотри, слева. Понеслись. Так, надо сейчас быть готовым ко всему. Хотя, может, сейчас не будет прям столь опасно. Я просто прогуляюсь, посмотрю, что тут так. Ну, поначалу, да, не должно. Они вроде как это сейчас... Вот и успокоились, отдохнули, да? Да. Да ё-моё. Ты. Надо валить с корабля. Да. Ну, почему такой обзор хорошенький, ну? Там есть что-то? Нет. Ну, я это темно вижу, да? Дождь идет. Да, вон там луна. Полная а луна. Этот, по-моему, не босиком. Не знаю. Тебе кажется, наверное, из-за цвета его обуви. Бликов кожи? Да. Бликов кожи. Блэков кожи? Так, что-то тут показывают. Аккуратно. Класс. Все класс. Пригодились бы, если б не дырки. Все? Ну, да. Ой.
На них уплывай. В ней ебать. Амаль. Салют, Вера. Но я 1000 раз объявлял провода. Сам себе кричал, ухожу навсегда. Увы, нет, но... Блин, хожу как дурак. Я буду искать. Ладно, они хоть вместе ходят. Опять. Ну, пока да. Кто-то галлюцинировать не начал. Маньчжурского золота. От Маньчжура! Вон я вижу, что там можно подняться, а тут мы все осмотрели. Три колодца. Ой, конечно. Добрый вечер. Выйди, диспетчер. Что пишет? Инструкция по использованию противогаза. Не паникуй, сохрани спокойствие. Снимите каску. Газы, чтобы предупредить опасность пехоты. Руку задержите дыхание, дайте сумку противогаза, разместите левой рукой. Перекиньте на лоб, снимите каску, удалите из-под маски газ, который мог попасть под нее. Вопрос у меня, удалите из-под маски газ, это как? Ну, выпал вот кнопку нажать, что-то выпустить. Клапан, что там. Герметичность, если маска не сморщилась, можно он где-то неплотно. Похоже, здесь перевозили опасный груз. Пустите шланг, теперь можно дышать в обычном ритме, а не головной убор. Вы можете снять маску только при явном указании. Поражение противогаза будет у вас только в случае газа. Ну, я же говорю, это не маньчжурское золото. Маньчжурское золото какой-то газ, наверное, природный газ. Газ. Химикаты какие-то. Химикали какие-то. Так, ну все, полезли там, значит. Видите, стоят, смотрят, все хорошо. Конечно, они отдыхают. NPC-шники. MVP-шники. Прыгай. Эй! Мне нужна помощь. Что прыгать-то, если помощь можно прыгать? Давайте один кто-то не залезет еще, да? Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Нормально, она подсади-ка. Ну а как? Во, я же говорю, он в обуви. Я помогу. А чё, не надо темнел, чтобы экран? Раньше время. На самом деле. Да чё с оператором-то, а? Он засыпает. Приведите в сознание человека. Чё у него с головой? Ну, паник. Наверх забрался и паник. Стивен, ты? Да тихо, ну куда ты идешь? Не грусти, Стивен Хоакин Феникс, понял. Так, там свой, здесь что? Найдешь здесь? Ничего не найдешь, ну зря шел, что ли? Дурнушка. Дурнушка Бетси. Бетс. Это кто там стоит? Да свои. Твои. Да блин, нормально он светит. Да, здесь я бежала за Конрадом. А, знакомое место. Вообще не видно ничего. Здесь она бежала за Конрадом. Не, ну нам туда и надо, разве нет? Я не знаю, не фатк. Ну блин, я думал туда вернуться. Открывай. Думаешь, там открыто? Интересно тоже. Сюда. Я же говорю, нам сюда. Тут можно пройти. Раз можно, открывай. Капец, блин, еле справился. Ну вот я же хотел пройти. Вот мы что-то упустили из-за этого. Кто-то умрет. Кто-то умрет. Рот умрет. Ну, вот видишь же, закрыли, вот послушал тебе. Вот и ты узнал. Там да, конечно, ты уже от одного моего избавился. Человечка. Хоть я избавился. Еще было меньше персонажа. Так ты это ты решение принял.
Ты же за Флис играл. Ты манипулировал. Я на самом деле вообще ничего не знаю. Можем пройти, ну давай посмотрим что-то. О, картина, картина Маслоу. Так, кто умрет? Давай, рассказывай. Свет мой зеркальце, скажи. Застрелился. Ой, сам, ну на него пофигу что. Ну конечно, просто посмотрели и все. А можно повтор? Дождь, куда ты меня привел? Ты стоишь, дура что ли? Как манекен. Ага. Как Мани и Кен. Парулямов, Мани. Так. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Да, пытались. Один секрет. Что-то тут в натуре. Они пытались это как-то... Короче, груз... Как-то что-то куда-то либо высадить, выложить, либо перевезти. Ну, какой-то тайный груз, тайное оружие или что это. Да. Сильные штормы ушли с курса, соответственно, вступлению груз от всех многочисленных ударов молнии, дрейфами поводья, отсутствие информации, жаль, начаты поиски экипажа, поиски прекращены, колечко, плотная облачность. Все добро. Так, я так понимаю, там дальше проход, куда нам нужно, но я там еще одну дверку не попробовал. Я не знаю, давай. Пробовать. Она, скорее всего, закрыта. Она напротив той, через которую мы вошли. Ты стой, да, стой, чё. Остановиться. Вот эту дверь я не попробую. Теперь будем знать. Будем знать. Воу-воу. Болит душа от потерь. Блин. Болин душа от потерь. Или Полин. Полин душа от потерь. Полин, пообещай мне. Так. Это что такое? А вот этот, кстати. Да, ужас какой. Который с крестиком был? Бедолага скопытился прямо во время эфира. Ну не дай бог. Сигнал бедствия, радиоконтакт фрагментарный, пытаюсь передать сосудок и морда, много мертвых среди экипажа. Не позавидуй. Я умираю. Красиво зато написал. Ай-дай. Что еще имеется? Ну ты его трахни. Ну е-мое. Понятно. А он что, был подсвечен? Не может да? быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных. Если подключить к сети. Сейчас попробую. О! Работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! Наши координаты. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Что надо-то? А, я не тем сказал или что? Не-не. Это войс в его голове? Да военные. На грузовом судне. Мы на грузовом судне. Большом, заброшенном. Грузовом, так оно же военное. Алло, вы меня слышите? Ну же, прием! И пытался. Зато вы вчетвером. Дайте гениально, чтобы подать питание к краю. Йоу, народ, зацените. Что там? Генератор. Я думал, что-то увидели и все. Путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь возле радио. Скажу честно, от меня там будет маловато толка. Пойду я, разумеется. Я тоже иду. Эй, что? Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Я пока капитан.
чего. Да ты чё? И капитан говорит, что тоже пойдет. Ладно. Ты и я, Флис. Ты и я, Флис. Так, это, я, два, так это два моих персонажа, ё-моё. Ну вот сейчас они оба и сдохнут. Все, они сдохли. Да не, на самом деле. На самом деле, кнопочки нажимай. Что на самом деле? Кнопочки не забывай нажимай. Ну не знаю. Ты там в порядке? А ты? А что, они настолько далеко грохнули, что тебе сейчас им ничего... А, ну вон, пожалуйста, на связь. Краткость, заткнись. Беззаботность явно. Краткость, беззаботность. Нормально. Ну, что дальше? Как ничего не было. Нормально, понравилось. Генератор, и тогда мы включим радио. Все, добро. Что это такое? Зажигалка? Зажигалка? А что, вы сейчас нанюхаетесь зажигалка? Опять этого газу и будете эти трипы ловить. Привет. 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 Он уже начал. Сюда. Блин, опять этот очередной, это ж не такой же коридор. Реально, на нижних уровнях опять. Что-то вроде забирались наверх, забирались. Были наверху, не, ну, сказали нижняя палуба, хотя пролетели, что там, один этаж, по-моему. Ну, он же объяснил, мы на нижних уровнях корабля. Сейчас все решу. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу. Понедельник. Это что там, карцеры в капчике Миллера были найдены вещи старшего встречного владельца, и нарушение режима карцера обнаружено в зоне. Мгновение приказа. Пятница, пребывание в неизвестном состоянии вообще. Не сутки обнаружено. Порочил. Ну это вот этого, который да, был. Да, которого ударили, лежал, да? Или нет, которого... Которого в карцер посадили, или которого... Там же одного в карцер, другой в лазарятор. Хрен его знает. Подожди, я не перевернул, вот, да, тюрьма. По-моему? Да. Вот тюрьма, значит, карцер, которого... Так, суббота, Чарли, пребывание в нетрезвом состоянии общественного драка. Ну, Чарли, да, его звали. Джозеф Робер, пребывание в нетрезвом состоянии общественного драка, 10 карцеров. Нужен нетрезвом состоянии, валяние на берег, подающих нужно скажет. Перед отбытием наказания отправлен в корабельный лазарет. Вот, в лазарет. Ну, вот, Джозеф в лазарет, Чарли, карта. Джозеф Чарли, Мани оф Манега. Так, ничегошеньки. А, подожди, я вижу, вот, это что-то. Холодильник с пивом. Это мини-бар? Встреча ученого Уолтера Бишопа. Встреча с нашей командой, говорит, мы можем учиться подруга, западный мир должен с ним обвинять. Химическое... Ну, конечно, я же говорю, химическое оружие какое-то, биологическое. Наши действия, женщина. Инвенция, что... Время проходившего времени в них... И вот. Сильнейший ужас. Вот. Вот кодом назовем Ажирское химическое, но я же говорю, это что-то болезненное, близнетворное. Очень быстро стало, даже вызывает сильный галлюцинации. Подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле. Было сразу много опасных факторов. Сильный ужас. Или там сильнейший был. Сильнейший равно с интонацией, с такой, с правильной прочитать. Сильный. Короче, я все ответы нашел. Похоже, завязалась драка, и этого Чарли отправили в карцер. Я взял с пьяной сором, ну, и с другом, с другим военнослужащим, по мнению офицера, которому как перевезли профессора, по моему принятию меры возбуждения. На 10 дней? 10 у карцера одобрен. Ничего себе драка. На 10 дней? Ничего себе драка. Драк! Хак. Она стояла, ждала. Ну, а что и делать? С каждым часом. С каждым часом? Я уж думал, ты теперь по минутам считаешь. Учту. А, она топовая. Типа разряжает обстановочку. Она топовая, конечно. Так, она налево, значит, я не налево.
А имеет значение того, что ну, если ты сразу идешь, знаешь, как спидран, типа ты меньше интоксикации у тебя биологическим, химическим оружием, и ты не галлюцинируешь, а просто проходишь игру и не видишь всех страшил? Нет, мне кажется, все равно это никак не влияет. Я думаю, никак не влияет. Это та комната, где, по-моему, за первого чувака мы начинали, да? А нет? Лазарет? Видишь, имя пациента. Может быть. Переболезнь, диагноз, умеренный невроз, утрата трудоспособности, не является результатом прощупка, врач, сегодня на годы никуда не шло, вероятно, продолжительное время, является пациент. Кто сегодня пришел на ряд Паттерсона, смотрит на пришел в панике, причем не нужен Паттерсон. Я так полагаю, что паника. Здоровый молодой человек, 25 лет, во время приема он смог успокоиться и решить нормально. Диагноз клинический расстройств. Опа. Господи. Ну да, открыл шкафчик, а там труп был. Вот этот труп. Ну да. Врача. Сейчас какой-нибудь. Говорит, куда ты опять там в небеса смотришь? Плачут небеса. Вот и, кстати, этот. Иксо. Сынишка этого. Сынишка врача. Доктора. Когда она там встала, вижу. Оператор говорит, не надо сюда. Надо где? О. Дашь пройти? Ну, поедем. Нет. Идешь сюда. Подожди, что-то... они в эту щелку сверху увидели, что там трансформатор, и мы уже ходим, никак его не можем увидеть, найти или как-то? Они не видели, что там трансформатор. Они просто говорят, что путь куда-то ведет, наверное, там может быть есть электричество. И все. Я понятно, не видел, что трансформатор заметил. С ними понятно. Посмотри-ка. Просто тупаки. Ну, провода он ведут куда-то и Глеб, все. Внизу. И что там? Отделение. Ты прав. Объясни. Спускаемся. Так, сейчас что-то будет лопаться, наверное. Мне надо будет хвататься, чтобы не разбиться. Все, конец. Лестница. Я могу спрыгнуть. Эй! Да. Ты в порядке? Да, в полном. Спускайся. А залезть как назад? Ну, он ее также подсадит, вернее, она его. Че паникуете раньше будет времени? Оператор. А, все, я играю. Черт! Чтоб тебя! Что? Чтоб тебя! Ты видела эту херню? Я не видел. Ну да. Нет, конечно. Что именно? Ко мне только теперь возвращаются зрение и рассудок. На меня не прыгали. Итак, корабль вез маньчжурское золото. А что если это было галлюциногенное биооружие из Китая времен Второй мировой войны? Наконец-то! Реагенты были нестабильны и растеклись. А что если они и воздействуют на нас? Паранойя, галлюцинации... Именно так оно и должно работать. У команды были галлюцинации. Мы знаем, они чего-то боялись. Что-то их до смерти пугало. Офицеры решили, что солдаты хотят откосить от дежурства. Вся эта чертовщина не настоящая. Его будем знать. Тут ничего этого нет. А это не может быть как-то связано с тем затонувшим самолетом? Мало ли, может, самолет вышел на связь с кораблем. Кто его знает? Вот это да. Ладно, так, идем. Все, мы уже ничего не боимся. Да, разобрались. Неслись. Прям вниз смотрит. Роттердам де Пагрей. Нидерланд дизельный двигатель номер 700. Добро. Это поможет. Дрик, я уверенно иду, как будто знаю, куда идти. Блин, не знаю, а тут ты кругами просто ходишь. Да. Ну, никакого взаимодействия даже нет. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу.
Не, ну там был какой-то, наверное, поворот. Да. Короче, надо сейчас тут походить. Вот, кстати. Я нашел. Наконец-то. Эй, он работает. Да как он может работать? Теперь ясно, в чем проблема. Он же полудохлый. Ты. Ну конечно, видно же. И пошли наверх. Сейчас нахер все взорвется. Ну все, пойдем наверх. Придется искать другой путь. Прием, мы вернулись. Как слышно? Вы меня слышите? Как слышно? Прием! Прием. Нас похитили. Какие-то твари пытаются здесь на корабле нас убить. Прием! Ну нет. Как всегда направляется группа спасателей. Ну да. Я потому что нам обеспечил дополнительную поддержку, если вдруг у нас с тумблером. С крышкой тумблера не получится. А что у него с артом? Смотри. Не закрывает. Ну, не закрывается. Ну, она в шоке. Хорошо было бы крышку трамблера найти и забрать. Я этим занят. У тебя есть крышка трамблера, а? Отвечай. Может, она там, внутри у него? Что думаешь? Расходовать труп, которому полвека, мог только явный псих. И он, возможно, еще здесь. Дайте дальше. Но это этот Олсен. Молот твоим расхерачил и все. Ну, тогда я напрягусь. Странно, что скелет был изуродован совсем недавно. Ладно, пойдем дальше. Очевидно, это нервничали солдатики. Ну, в смысле, эти пиратики. Как солдатики Карибского моря. Пират. Смотри, он паник вообще. О, картина. Масло. Так, кто-то падает. Куда падает? В воду. Кто падает? Даже непонятно, кто это. Мне кажется, это Конрад. И на рассвете Конрад. Уходит рота Конрад. Так, а я, по-моему, надо вернуться назад или не надо? А зачем? Он, я не проход знаю. Какой-то. Смотри, как он ходит. Фонарь вообще в другую сторону светит. Сейчас, мне кажется, тут тоже что-то было. На всякий случай. Как ты запомнил? Я ничего такого не помню. По-моему, ты правильно шел. Ну там вот было вот туда можно прямо. Я туда не сходил, я сразу повернул направо. А если сейчас окажется, что тупик, то я извините. Во, видишь, чувствуешь, что я не дочитал. Это Holy Bible или что это? Это Engine Room. Открывай! Подтверждена команда вперед. Команда вперед перелистывай. Эй, посмотри. Корабль был на якоре. Но зачем? Не знаю зачем. Хороший вопрос. Короче, кто-то приказал сбить корабль с курса, поставить его на якорь, чтобы все передохли и чтобы остались не в море. Вести чтобы эта херня не доехала до суши, до куда ехала. А да. Самолет? Как ты объяснишь самолет? Какой самолет? Которые первые они были с катера ныряли туда. А я бы просто объяснил, что эти с ума сошли и обстреливали все, что летит. Может, они дракона видели вместо самолета. Он просто типа мимо них пролетал, а они его сбили? Вечер. Ну они, да, он как бы летел к ним, наверное, или как, со спасательными шлюпками, чтобы помочь. Они его сбили и все, расстреляли, там же он весь расстрелянный был. Посмотри. Смотри, свежий. Ребризер. Свежак. С нашей яхты притащили. Он еще работает? Ну, на несколько минут может и хватит. Стоит его брать? Он нас замедлит. Конечно. Пол корабля затоплено. Он может нам понадобиться. Конечно. Прям замедлить. О, сейчас они сами друг с другом спорят. Да-да, они сейчас друг друга переубивают. Говори, где это золото. Ебало. Молчит. Молчит, а тот
А, тихо. Écoute-moi. Non. Fais pas ça. Опа. Ой. Опа. С ним не надо вообще никак шутить. А что, он все, умер сразу? Ну, вот трамблер. Ох ты, блин, трамблер. Трошечка. Она нам нужна. Он не будет же его расчленять, резать? Непонятно. Резко посмотрит, в щели заметит. О, видишь, ему газ с вентиляцией в нос дует. Вижу. Молот. Не суетиться, главное. И нажимай выйти. Мое сердечко сейчас так же бьется. Аккуратно. Капец. Красава. Так они сейчас на меня находятся. Жду. Я вас жду, говноеды. Ой, это она зря. Зачем они зашли в комнатку, где, как бы, ну, сами понимаете. Трамблеры. Не, ну они в курсе, что фигня такая происходит. Они должны как-то это сопротивляться, этому, ну, знать, что то, что происходит, нереально. У них есть ребризер. А, типа кислородом, кстати. Да. Прибывший ранее пара гробов является грузом, снизить максимальный момент. Стрель ходит с тела военнослужащих перетерпевших надругать со стороны противника. Останки токсичны. Открывать гобы. Гобы. Не понял. Слишком медленно ты смотрел. Смотреть, бежать. Надо уходить. Горит, блин, а трамблер ты не взял. Да? Ну, кстати, да. Ну, блин, а чё молчишь-то? Чё молчишь-то? У него и ногти, и нож. О, у него трамблер. В руках, кстати. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытайтесь меня облапошить. Вы глупые. Так. Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь. Да какой ты капитан? Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Да блин, это закончится вообще. Он скоро нас догонит. Да. Что будем делать? Эскотипер. Сиди тихо. Посмотрим, что будет. Я теперь за трамблер душу продам. Опять. Пока я с этим справляюсь. Блин, чуть сейчас не облажался. А, вот облажался. Облажался. Очень интересно. Ой-ой-ой. Все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Не изменится? Тихо. Слышь, как его рот свистит. Вернитесь. Я это вот так переживаю. Ладно. Не меняйся. Не смейся. Не меняйся. Тихо. Нет-нет! Нет, не так! Никаких перемен! Все! Эй, тихо! Послушай меня. Нам нечего делить. Мы просто хотим отсюда выбраться, понятно? Простите, короче, надо... Если вы дышите... Надо аккуратно. Значит, выбора у вас тут нет. Так что решат... Выбора. Помнишь, он самоубился? Вот этот момент, наверное. Опять все переменилось! Что? Что изменилось? Назад! Тихо, не подходи. Ты мне или ей? Эй, не лезьте в туман. Не вдыхайте. Вон туман. Не вдыхайте туман.
Как действует вот, туман? Кстати, это... Да. Да, да, да. Надо с ним разговаривать его, короче. Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Не должно. Уже внутри. Уже внутри нас все. Тебе нужно успокоиться. Стоп. Стоп. Тихо. Туман в конду. Из нас. Убери свой пистолет. Тихо, блин, дура. Ты, блин, что быкуешь? Ты меня приказываешь. Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Нет, нет, надо сказать, что нет, мы не вдохнули туман, у нас его нет. Нет никакого... Не, подожди, нет, стоп, стоп. Стоп. Блин, да-да-да, вот в последнем отсеке. Ладно. Ты давай мне... В последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Нет? Я знаю. Блин, короче, он сейчас их убьет. В тебе есть туман? Не, надо говорить, что нет тумана. Не-не-не, мы задержали есть. Дыхание, во. Мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно! Да блин, козел, не верю. Ты типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Вон ребризер есть. Ребризер есть, да-да-да. Много часов. Вы типа все это время не дышали. Показать ему ребризер. Да-да-да, сейчас скажу. Не дышите? Боже, он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Не-не-не. Он во мне, да? Тихо. Да, да, скажи да. Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Я не знаю. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Врет меня заживо. Эй, стой, не надо. Ну, ну и ладно, жалко. Хороший был парень. А мы до этого видели, что он в воду падает, или честно? Не-не, все правильно, так и было. Не, вот последнюю картину мы смотрели. Там кто-то в воду падал. В воду Конрад падал. А, ну все, видишь. А стол что, пустой или что? Что ты его взял, посмотрел назад? Не понял. Я не знаю, это ты. Ты посмотрел. Ты скажи, пустой он или нет. Нет, ты скажи. Ну, выпуск такой насыщенный получился достаточно, да? Этот? Да, благодарим вас за просмотр. Интересно, что же там будет дальше? Мы с вами не прощаемся, желаем вам всего самого хорошего. Развязка близка. До новых встреч. Пока-пока.